Так, в чат бросила ссылку на трансляцию на всякий случай. Угу. Но у нас коллеги не стоят в ожидании, надеюсь, да? Все. Ну вот только одна, Елена Анатольевна. Угу. Хорошо. Какая фамилия была в этом году? Может, кто-то из участников? Да, у нас просто в связи с технической ошибкой многие участники попали в наш с вами диалог. Ну, сейчас мы все рады друзьям. Безусловно, но мы их переориентируем на YouTube, чтобы им было удобнее смотреть. А, ну... Перед стартом. Ну что ж, на часах ровно 13:00 по Москве, и мы начинаем очередное заседание нашего краеведческого лектория Российского исторического общества для победителей и финалистов конкурса краеведов, работающих с молодежью. Сегодня у нас в гостях очередной эксперт, победитель конкурса краеведов, работающих с молодежью прошлого года, эксперт этого же конкурса в нынешнем году, наш замечательный коллега Александр Леонидович Мезенцев, руководитель клуба юных краеведов «Резерв», педагог дополнительного образования Уссурийского Суворовского военного училища, научный сотрудник Уссурийского музея. Вот, Уссурийский сейчас 8 часов вечера. Александр Леонидович отважно согласился в это время выйти с нами на связь. С удовольствием, Александр Леонидович, передаю вам слово. Здравствуйте, дорогие друзья. Искренне рад присутствовать на данном мероприятии, и поэтому в первую очередь хотел бы сказать слова благодарности в адрес Российского исторического общества, которое предоставило эту площадку, и на коллег посмотреть, ну и себя показать, как говорится, как издревле на Руси говорилось. Если конкретно о себе и своей работе, то сегодня в качестве темы мы выбрали полевые исследовательские работы с детьми, вот, и практически весь мой рассказ будет строиться на полевой работе, по ходу экспедиции и, в принципе, все, что касается этой работы вокруг.
то есть рядышком да около. То есть поэтому, вот, наверное, в таком ключе весь наш рассказ и построим. Сам я выпускник ИСТФАКа Уссурийского госпединститута. Сегодня уже такого нет, и он влился в состав ДВФУ. Вот. Ну и, наверное, давайте перейдем к презентации и пойдем сразу. Так, что-то демонстрация... Почему-то у меня отключена демонстрация экранов участников. Давайте. Угу, все, вроде. Так. Опс. Почему? Ага. Так, все, видна, да, презентация? Да, все хорошо. Давайте. Ну и давайте потихонечку пойдем по ней. Итак, ага. Что-то она не переключается, да? Начну с того, что Приморье, где оно и что оно, да? То есть это самый юго-восток нашей огромной страны. Это территория удивительной истории. Это не самый маленький регион, но, наверное, самый удивительный и самый такой привлекательный. Это регион с уникальной природой. И такая природа, она, ну, последние 40 тысяч лет точно постоянно привлекала людей. Вот, и все мы, наверное, любили и любим наш родной край. Вот, и поэтому сегодня в Приморье, ну, просто не маленькое количество или совсем не скромное количество археологических памятников. И все это древнее наследие представлено самыми разнообразными эпохами. Ну, если в двух словах, то мы сегодня можем говорить о 25 культурах разных исторических эпох. Вот, здесь вот такой общий перечень без датировок, а просто по порядочку, да? Ну, расставил в хронологическом порядке, чтобы общая картинка такая была, насколько разнообразна Приморье в плане древностей. И если говорить о родном Уссурийске, то из 25 археологических культур, 14 из них присутствуют в Уссурийском городском округе, ну или районе по-старому. Вот, поэтому куда приложить свои силы и направить энергию детей, в общем-то, большой проблемы у нас не возникает. Начнем с того, что... Ну, еще за 130 лет до того времени, как возник клуб юных археологов резерв, археологами было найдено 44 археологических памятника. Сегодня число археологических памятников в Уссурийском городском округе приближается к 600. То есть увеличили значительно за 30 лет. Сам по себе город Уссурийск, в общем-то, ну и не самый маленький, но и не самый большой, всего 170 тысяч жителей, то есть порядка 30 школ здесь присутствует, поэтому выбрать, набрать детишек возможность есть. Вот. И те дети, кому интересна археология, кому нравятся походы, кто сохранил вот этот дух романтики, они, в общем-то, с удовольствием находят у нас в себе применение, и с ними уже вершим все эти наши подвиги. А сам по себе Уссурийск – город молодой, он основан в 1866 году, но он основан на руинах более древнего города. Здесь стоял губернский город Суйпинь, Джорженской Золотой империи, вот, и ханом Гуюком был разрушен в 1233 году. Кое-где фортификации еще в городе остались, древние статуи, их еще в 19 веке развезли из Уссурийска, то есть тогда еще Уссурийск не был городом, это было село Никольское, и такое количество древностей в каком-то там селе начальство, в общем-то, немножко смущало, поэтому одна черепаха у нас уехала в Хабаровск, вот эта вот, которая слева стоит. Статуи, которые входили в погребальный комплекс, они переехали во Владивосток, вот там в Краевом музее, сейчас это музей Дальнего Востока. И только вот одна черепаха, которая в центре по кадру стоит, она осталась в нашем городе. Это такой вот негласный символ Уссурийска уже на протяжении многих лет. Вот. Что касается самого древнего города, то здесь мы обычно опираемся на работы нашего археолога Александра Зиновича Федорова, который у нас в городе жил с 1911 по 1932 год, он, обследуя территорию, пришел к выводам и составил карту древнего города, вот, которая сейчас наложена, видите, на карту современного города, наложена черными пунктирами, черными линиями. Вот, и по его карте очень легко посчитать площадь древнего города, это 14,7 квадратных километров. Ну, в принципе, это сопоставимо с такими городами, как
Ну, как сопоставимо. То есть Париж за 10 лет до разрушения Уссурийска, Суйпиня, был вот чуть больше 4 квадратных километров площадью. Лондон через 70 лет после разрушения нашего города имел площадь в 2 квадратных километра. Поэтому наш городок был всего лишь в 2 раза больше, чем Лондон и Париж вместе взятые. Остались у нас незначительные следы от одного из Кремлей. То есть у нас в городе было 2 Кремля, один размером 100 гектаров, другой 116 гектаров. Как раз внутри него и стоит Уссурийское Суворовское военное училище. Если мы будем сравнивать с какими-то другими известными Кремлями, ну, тот же Московский, например, да, то это в 4 раза больше, чем Московский Кремль современный. В самом городе регулярно проводятся разнообразные археологические работы. В первую очередь это работает Академия наук в лице Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. Древности начали привлекать внимание исследователи еще с самого начала освоения края России. То есть как только, в принципе, первые исследователи описали даже еще до того, как был подписан Пекинский договор, еще пока Приморье находилось в совместном управлении Российской империи и Цинской империи. Вот, стали появляться первые планы тех древностей, которые на территории которых наш город располагается. Вот. Ну, а раскопки, в принципе, идут до сих пор в самых разных участках, в том числе в жилой зоне. Вот. Интересным таким моментом является привлечение школьников к археологии. Еще на заре 20 века как раз Александр Зиновьевич Федоров стал привлекать своих учеников. И есть фотографии его раскопок в апреле 15 года на Красноярском городище. Красноярское городище, если вернуться на слайд назад, это вот это вот в самом низу. Это еще чуть-чуть более крупное городище. Оно площадью 180 гектаров. Ну и что касается работы нашего клуба, то он работает в двух учреждениях. С 88 года на базе Центра детского творчества, ну а в советское время это еще был Дом пионеров. Вот. И с 11 года меня пригласили в Уссурийское Суворовское военное училище. И сегодня, в общем-то, вот у нас среди юных археологов есть и школьники, и суворовцы. Вот. На разных конкурсных мероприятиях мы выступаем единой командой, а в силу специфики работы учреждений интернатного типа, как Суворовское училище, конечно, занятия проходят раздельно у школьников и у городских детишек. Пытался найти самые ранние наши фотографии, ну вот за 89-й год, наверное, наиболее раннее, что у меня в архиве осталось. А с 91-го года наша команда стала победителем краевого слета юных археологов. И с этого времени это звание мы удерживаем за собой. Все началось банально, просто в 90-м году мы вроде шли как на третье место. Вот. Наши друзья там, одна из команд предложила ночью завалить палатки другой команде. Вот. Ну и поскольку наших застали за этим делом, то с нашей команды сняли все баллы, дисквалифицировали. На что ребята очень обиделись, сказали, ну как так, мы же, в общем-то, не инициаторы, мы просто подключились, немножко помогли. Вот. Но сильно обиделись и сказали, на следующий год мы приедем, заберем все первые места. И действительно, то есть как только слет закончился, ребята были мотивированы на то, чтобы следующий слет выиграть. И в 91-м году мы взяли во всех конкурсах первое место, кроме конкурса раскопов. Вот, и с тех пор решили, что это звание не будем отдавать, поэтому у нас вот меняется поколение детей, а все остается по-прежнему. Итак, что касается самой работы, каким образом мы подводим детей к исследованиям? Мотивация интереса начинается сразу с материала. Первое занятие с детьми, когда мы новичков набираем, это вот вводное занятие, показываем большую презентацию, чем мы занимаемся, что мы делаем, а потом идет сразу блок, сразу же в руки даем материал. То есть первый блок посвящен артефактом, то есть одно занятие по камню, два занятия по керамике, одно занятие по металлу и одно занятие по стеклу и органике. То есть когда дети сразу же на первых занятиях учатся отличать там
признаки, по которым камень, ну, можно отличить расколотый камень, там вот просто булыжника, да, отличить лепную керамику от гончарной, там масса другой всяких моментов. То есть они сразу чувствуют вкус к науке и сразу, не, там, не ожидая очень долго, начинают вот что-то понимать, что-то смыслить и, главное, разбираться в самом материале. И это подкупает детишек, и, в общем-то, это мотивирует интерес. И мы поэтому, когда этот момент нащупали, стали его плотно использовать в своей работе. Сами занятия обычно у нас идут парами, то есть по два занятия, ну, два урока, если по-школьному говорить. Первое занятие у нас посвящено теоретическим, как какому-то теоретическому блоку, то есть там по программе идем. Наша программа, кстати, еще в 1997 году стала лауреатом всероссийского конкурса авторских программ в системе дополнительного образования. А вторая половина занятия или второй час – это работа с материалом. Вот, либо это просто помывка, шифровка материала. Те, кто работает над проектами, те достают свои коробочки, начинают именно как раз исследовательскую работу вести. Теперь, что касается поля. То есть, всю полевую работу я разделил на три таких больших блока. Походы, экспедиции и другие мероприятия. Что касается походы, то мы выделяем тоже три типа. Это учебные, мониторинговые и разведочные. То есть учебные предназначены для того, чтобы детишкам показать разные типы памятников. То есть Красноярское городище – это следы большого города. Борисовское городище – это маленький вот пост какой-то такой на коммуникации на реке. Михайловка 2 – это неукрепленное поселение, на горное, которое… Вот, с селищами разными мы сталкиваемся по пути в походе, поэтому отдельно такой учебный поход не делаем, вот это у нас сопутствующий. Вот, и Барановский вулкан, там очень интересный комплекс, то есть это и геологический памятник, это и археологический памятник, и исторический памятник, чуть попозже мы еще о нем поговорим. Итак, Красноярское городище, 180 гектаров, более 7 километров периметр вала. На нижней фотографии это как раз въезд, главная дорога в городище. Здесь вот на верхней фотографии валы этого городища. В принципе, в любое время года валы хорошо видны, хоть осенью, хоть весной, хоть зимой. Ну, летом мы обычно в экспедиции, поэтому летом мы туда в походы не ходим. Борисовское городище занимает отдельный мыс на такой относительно высокой горе. Трижды его перестраивали, то есть сначала в раннем Железном веке, потом в раннем Средневековье, и уже в Джорджианское время, в 12 веке его последний раз перестроили. Мы чаще всего туда ходим в холодное время, потому что река замерзшая, можно напрямую пройти через, по реке, а в теплое время нужно дополнительную петлю, там километров, наверное, 6-7 делать. Вот. Ну и, в принципе, подъемный материал даже можно вот и в зонных выветриваниях, даже и вот, ну, по весне там или ранней осенью еще можно собирать. Вот. Михайловка 2 тоже недалеко от Уссурийска, здесь буквально пригородные автобусы ходят, можно спокойненько, быстренько доехать. Чем мы пользуемся. Ну, вот здесь, если видно, вот западины. Первая западина у нас вот сразу на переднем плане, и вот дальше целая улица пошла западин. Барановский вулкан. Здесь, чем интересно это место? В плане геологии это, ну, наверное, один из немногих вулканов вообще на нашей планете, которые рекой разрезаны пополам. Вот, кроме того, вот южная сторона кратера, вот здесь, где детишки сидят, здесь как раз расположено неолитическое поселение, а северная сторона, вот здесь на верхней фотографии край виден, там расположен ряду 1905 года. И другой интересный момент, весьма живописный каньон, который ведет туда наверх кратеру ручей за эти два, вулкан неогеновый, то есть 2 миллиона лет ему, то есть вот ручеек эти 2 миллиона лет работал, работал вот такой интересный каньончик, и по нему очень живописно подниматься в любое время года, а после дождей там еще и водопадики работают очень живописно, замечательно. То есть вот он сам вулкан в разрезе. И вот здесь вот слева расположен неолитический памятник, а вот здесь редут 1905 года, один из 10 редутов, которые ставили вокруг Уссурийска для обороны от японцев, если они вдруг высадят десант и пойдут на Хабаровск. То все различные пути высадки десантов, они все сходились в районе Уссурийска. Вот, вот как раз по льду напрямую вот так вот выходим, здесь фотография на льду реки. Мониторинговые походы – это знакомство с теми памятниками, которые
открыли другие ученые, либо открыли мы, но памятники интересные. Некоторые из них, которые на полях, дают много материалов, поэтому после тракторов мы успеваем пройти, собрать этот материал. На каких-то обрывах идут постоянные процессы разрушения, там это все собираем. Поэтому такие регулярно у нас походы. Либо вот эти вот обработанные камни за Крауновкой. Ну, условно мы их называем мегалиты, конечно, до мега им далеко, но целая серия камней со следами обработки. Зимы в Южном Приморье не всегда такие прям уж снежные. Вот, в 2019 году зима вообще была без снега. Вернее, на крещение там выпало немножко снега, и вот к обеду весь дуло. И практически вот вся зима у нас была, вот как на этой фотографии. Поэтому можно было спокойно ездить по самым различным памятникам. И весь микрорельеф, он считался очень хорошо, все было замечательно видно. Вот, на многих городищах даже небольшой снег, он, в общем-то, не мешает показать детишкам те особенности фортификаций, либо вот планировки самих поселений, которые очень хорошо просматриваются. Вот. Илистая-1 здесь проходил с нашей командой первый слет, поэтому мы периодически любим приезжать на эту вот интересную террасу на берегу реки Илистой. Вот. Ну, в этом году, как раз перед уходом школ на самоизоляцию, на дистанционное обучение, мы как раз успели в этот поход съездить, и буквально там через 2 дня школы все сели у нас в городе на дистанционку. Вот. Ну, походы. Обычно поход проходит так. То есть часть времени мы гуляем, смотрим, собираем материал, потом садимся, обедаем, потом либо продолжаем поход обследования, либо, если у нас группа молодая, новички, ну, первый курс, как у нас называют, тогда мы какие-то игры с ними играем, просто такая развлекательная программа идет. Поэтому, ну, в принципе, в любое время года поход, обед, такое мероприятие святое в походе. Что касается организации обеда, то давно уже перешли на сублимированные продукты. То есть когда-то раньше, да, брали что-то домашнее, там пельмешки, что-то еще там, какую-то кашку. А сегодня, ну, кто-то из детей иногда берет какие-нибудь там консервы, там разогреть или сухпайки. Вот, ну, проще, в общем-то, масса сублимированных продуктов, да, того же доширака там или картошечки, там кипяточком запарили, быстренько горячего поели, особенно зимой это так, ну, весьма актуально, сразу согревает. Разведочные походы, они конкретно посвящены обследованию новых территорий. Здесь можно выделить несколько моментов. Это либо обследование полей, то есть берем какую-то протоку, либо русло реки, и вдоль нее просто идем, проверяем сплошняком все поля, которые есть. Вот, и уже фиксируем для себя либо пустые места, либо памятники. Ну, в районе Уссурийска в среднем на квадратный километр приходится около 2 средневековых поселений. Вот. Здесь, так вот так же. То есть в любое. На поля обычно выходим либо осенью, либо весной. То есть пока там еще фермеры плотно ими не занялись, или уже когда полностью все отработано, тогда с их стороны нет нареканий в наш адрес. Вот. Что касается работы с микрорельефом, то здесь, если открытый лист у нас на руках, тогда шурфуем. Если мы, например, на этот год не брали открытый лист, тогда просто фиксируем сам микрорельеф. Это вот буквально перед осенними каникулами. Но здесь не столько археология, сколько краеведение. А мы с ребятишками пытались найти почтовые станции, которые на первой военной дороге в Приморье возникли. Ну, вот одну из них мы отыскали таким. А так, в общем-то, микрорельеф хорошо читается. Ну, вот это Петровское городище, оно было описано еще князю Кропоткину, сообщили крестьяне еще в 1895 году. И в 1908 году, когда он составлял первую археологическую карту Приморья, он это городище нанес. Но ни сам он на Петровском городище не был, ни в последующие времена никто из археологов на городище не был. И, в общем-то, в наше время считали, что, видимо, где-то оно было в пойме и в советское время было распахано. Мы бы тоже на эту сопку не полезли, но на каникулах мы иногда выезжаем к друзьям в гости. И в эту ночь у нас ребята в первую ночь как раз в гости приехали, вели себя довольно-таки бурно. Поэтому мы решили с напарником, что сегодня мы их днем по сопочкам погуляем плотненько, поэтому спать будут хорошо. Но правда, как только поднялись на первую крутую сопку, наткнулись на западины. Ну, о том, что здесь на сопках есть западины, есть поселение, мы, в общем-то, знали. Поэтому спокойненько начали уходить дальше и вдруг наткнулись на двойной вал.
Вот это нас удивило, поэтому детей спустили вниз к реке готовить обед. Мы уже сами обошли, быстренько нарисовали план. И, в общем-то, Петровское городище, которое более 100 лет считалось утраченным, снова всплыло и уже стало такой реальностью нашей. Ну, еще одни объекты, как раз, когда есть возможность обратить внимание на микрорельеф. Точно так же мы и с суворовцами работаем. Но сегодня у нас такое произошло, как бы разделение сфер интересов. Если школьники, они больше занимаются именно древностями, то с суворовцами мы переключились на различные фортификационные объекты, уже связанные с русской историей. Потому что поначалу мы начали работать именно с археологическим материалом, но нам тут же сказали, так, работа хорошая, а где военный компонент? Вот, поэтому мы, в общем-то, переключились на военную историю края, которую можно археологическими методами исследовать. Вот, это и следы различных войн, и какие-то фортификационные объекты с этим связаны и так далее. Поэтому вот относительно недавнее прошлое, которым школьники не очень увлечены, потому что это близко к нашему времени, а суворовцам это вообще в тему, и они такой работой увлечены и с удовольствием занимаются. Ну и другой момент разведочных работ – это обследование береговых обнажений. Иногда, здесь не вижу надпись «Видна-не видна», иногда бывают какие-то нежданчики такие, нас сюрпризы приятные встречают в походах. То есть осенью мы как раз, это где-то уже вторая половина октября, обследуем поля, собираем материал, выходим на одно поле, с которого фермеры уже уехали, а там заброшенные арбузики потихонечку дозрели, и детвора такая: «Ух ты, какой нам бонус здесь выкатился!» Поэтому перекусили арбузиками, пошли дальше. Здесь тоже такой интересный момент. Это мыс Седловидный. Там мы нашли палеолитический памятник. Есть серия памятников раннего Железного века. Чем еще интересно, почему детишки у меня возле таких круглых камушков постоянно фотографировались. Здесь еще в 1949 году были найдены кости ихтионозавра. Поэтому в каждом круглом камне они видели, а, это же то самое яйцо динозавра. Поэтому бежали, фотографировались каждому круглому камню в скале. Ну и вообще такая интересная структура в зоне выветривания песчаника. Такие необычные камни. Потом такой симпатичный кадр вставил. Вот. Иногда вот такие встречи случаются. Как раз работали по ряду там 1905 года, и вдруг на песочке след. Сначала решили, что тигренок. Потом, когда уже поговорили со специалистами, показали фотографию, говорят, да нет, это не тигр, это леопард. То есть вот эти те самые 30 леопардов, которые оставались в природе, сегодня их уже больше 70. Ну и вот здесь это километров 80 от заповедника. Поэтому мы, в общем, так, ну, были рады увидеть следы. Здесь, в этих местах, леопардов видели, наверное, только в самом начале 20 века. Вот зверек потихонечку выходит из зоопарка. Ну, или бывают ожидаемые события, например, на Масленицу, вот, чучело Масленицы мы сжигаем обязательно, как бы без этого никуда. Вот. Что касается других походов, то здесь выделил бы несколько моментов, не совсем, скажем так, археологические. Это вот поход, например, за обсидианом, то есть для того, чтобы проводить эксперименты, нам нужно было набрать обсидиана, и владелец исторического парка «Изумрудная долина» говорит, о, мне бы тоже не помешал бы обсидиан. Поэтому в этом походе нас активно поддержали родители и друзья. Один из родителей еще выделил автобус для детишек. Здесь, правда, в кадре не все автомобили, еще часть автомобилей у меня за спиной, за кадром. Вот. Ну, такой интересный, дружный, веселый поход у нас получился и с родителями, и с друзьями. Либо к другим походам мы относим сейчас походы на резервовку, это наш учебный полигон. То есть по программе «Дальневосточный гектар» мы взяли себе пару гектаров и там потихонечку делаем такой свой полевой учебный центр. Ну вот здесь вот, здесь еще ничего не обрезано пока, поэтому так вот смотрится немножко коряво все. Начинаем, это столовую себе строим. Ну и к другим походам мы относим различные экспериментики, это как раз вот в Изумрудной долине, это вот на этих осенних каникулах на 4 дня просто выехали, уже было, конечно, прохладненько, поэтому мы вот в таком средневековом домике настелили сено и 4 дня в нем пожили вот под очагом, вот ночью топили хорошо, до 33 градусов доходило, то есть очень жарко было в таком домике, ну и проблемы с загазованностью тоже были, то есть, когда топишь послабее, дым пониже опускается, побольше дров накидаешь, дым повыше уходит, в принципе он дышать не мешает, но в полный рост, когда встаешь, глазки режет.
Что касается экспедиций, ну, наша стандартная экспедиция, наверное, у каждой команды свое отношение или свое понимание экспедиции. У нас экспедиция – это когда мы выезжаем от 15 до 60 дней. На 60 дней у нас была только одна экспедиция с тех пор, в самой ранней истории клуба. С тех пор мы решили, что хватит таких игрушек, ибо и мы устали, и детишки устали. Поэтому 3-4 недели – это наша стандартная экспедиция. Ну а по тематике вы видите три вида, да? Они бывают разнообразные у нас. Конечно, основной акцент именно на археологии, но бывают и другие. Итак, что касается археологических экспедиций, начинается она вот так. То есть подгоняем грузовик к окну, просто наш кабинет и склад расположены рядышком, буквально там через один кабинет. И чтобы через все здание не выносить на улицу, мы через кабинет загружаем, через окно быстренько машину и отправляемся с этим делом всем в леса. Сами детишки либо на автобус, либо там на электричку или на поезд, смотря куда едем. Если после поезда куда-то на острова, то это либо паром, либо катамаран, либо катер. Загрузились, уехали. На место приезжаем, разгружаемся. Вот этот кадр оставил специально. В последнее время мы его не возим, но кто занимается организацией лагерей, помнит, да, там по Санпину с нас требуют, чтобы обязательно был холодильник. Вот. Это как бы не вопрос, но бензина съедает генератор гораздо больше, чем когда мы его используем только в вечернее время. Вот. Обычно первых 2-3 дня у нас уходит на постановку лагеря. То есть пока все развернем, поставим. Ну, вот эти палатки у нас ставим под тент, здесь мелкие такие. Вот. Раньше мы возили с собой брезентовые тенты. В принципе, они и сейчас сохранились у нас, но они тяжелые, с ними хлопотно возиться. А современные вот эти полиэтиленовые или пластиковые, вот эти синенькие, зеленые, черные там тентики разнообразные, они легкие и воду хорошо держат. И недорогие, что самое главное, если даже порвались, можно заменить. А пока ставится лагерь, оборудуется инфраструктура лагеря, то есть вот туалеты, помойные ямы и прочие там места, которые нам нужны для жизни. Если много вдруг листвы, мы ее выжигаем сразу. Вот, потому что там не только комарики, но и клещи прячутся. Как живем в экспедициях? Утро подъем, дежурные поднимают лагерь, уходим умываться. То есть для мальчишек голый торс – это обязательное правило. Девчонки по выбору, иногда вот в купальниках выходят, как на этом слайде. Вот. Поэтому от погоды и времени года голый торс для мальчишек ничем не ограничен. То есть для мальчишек голый торс это всегда. А потом завтрак, затем уже уходим на раскоп. То есть, ну, экспедиция, это, как правило, именно раскопки. Приезжаем, если у нас свой открытый лист, мы самостоятельно работаем, либо с учеными. То есть у нас в Владивостоке есть... Академический институт истории, археологии и этнографии, есть Дальневосточный федеральный университет, вот, ну и в Уссурийске был пединститут, где тоже есть историки и тоже их вывозят на практику, на археологическую. Вот. Любая экспедиция у нас сначала начинается с экскурсии по памятнику, это вот на Екатериновском городище, а потом уже сами работы. Это Стеклянухинское городище. Работаем обычно 50 минут работаем, 10 минут перерыв. То есть 4 часа школьники работают, больше им не положено, на Бойсмана. Иногда бывает больше, да, наверное, все с этим сталкивались. Если вдруг в экспедиции какой-то аврал, шли дожди, либо там экспедиция подходит к концу, а какой-то комплекс выскочил, либо еще какие-то нюансы. Ну, бывают разные нюансы рабочие, да, когда вдруг надо выйти и помочь, тогда, в общем-то, мы с детишками обращаемся, что, ребят, понимаем, что после обеда не наше время, но давайте вот выйдем там на часик, на два, поможем. Здесь международная экспедиция с японцами, как раз то место, где нашли древнейшие земледелия в Приморье. Вот. Это наши спасательные раскопки на берегу реки Утесная 4. Вот такой сосудик он сейчас в городском музее экспонируется. Это Николаевское городище, как раз начинали, часть вала вскрывали, сгоревшая. Ну вот здесь Василий Владимирович, лауреат прошлогоднего конкурса, защищает сосуд. На Новонежинском городище как раз раскоп опало жилище, начинаем камк вскрывать. Это тоже Новонежинское городище, но здесь какая-то хозяйственная постройка, амбар выскочил, такой свайный, колоннадного типа здания. Здесь первый год неолитическое поселение мы не все вскрыли, поэтому на второй год его докапывали уже. Ну, иногда, если экспедиция короткая, объем работ большой, мы просто над раскопом натягиваем тент, для того, чтобы можно было во время дождя работать.
тоже Екатериновское городище здесь, сгоревший комплекс скрываем. Синельниковское городище, здесь с южными корейцами работали. Это академическая экспедиция, наших ребят просто приглашали поучаствовать. Вот здесь Тимур такой легендарный у нас парень. Он, кстати, профессиональный повар. Хотя сейчас после армии пошел в сельхозакадемию, дальше продолжает обучение. Почему легендарный? С ним много историй случилось. Но самая такая замечательная история о том, как он сварил сайровый суп и не положил в него сайру. Поэтому народ ему до сих пор вспоминает, когда он в гости приезжает. Траншеи, другой метод исследования памятников. Вот. Здесь траншеи вскрываем, вал, флотация. Ну, камеральные работы, они как бы постоянные. Часть отряда снимается на помывку материала. Здесь с разных экспедиций разные кадры. Ну, где-то воду подносим, где-то прямо на ручеек выходим, моем, либо на берегу моря. Ну, в зависимости от того, где экспедиция стоит. Разведка тоже всегда выставляем группу ребят на поиск. Для того, чтобы обследовать окрестности памятника, на котором ведутся работы, и ну, получить какую-то информацию, то есть есть здесь памятники, какого времени они есть, либо отсутствуют. Здесь в этот день не хотели ребята брать с собой старую деревянную рейку. Ну, алюминиевая гораздо же легче, но алюминиевые были заняты, взяли с собой деревянную, и вот на ручье она нам пригодилась в качестве мостика такого. Разведка дело тоже такое хлопотное, здесь по лицам ребят видно, что они немножко подустали уже. Вот. Ну, во время разведок тоже бывают всякие веселые истории случаются. Вот. А если лагерь стоит далеко от населенного пункта, отдельный наряд выделяется у нас хлебоносов, которые уходят в село за хлебом. И в свободное время после раскопа, это не только досуха купания, но это, например, различные экскурсии. То есть недалеко от нас было Смоленинское городище в этом году, поэтому мы сходили туда на экскурсии, вот фрагмент каменной стены, это городище 12 века, 12, начало 13-го. В Безверхово там есть памятник Янковскому, в честь которого названа культура раннего железного века. И тут же интересный объект, склеп Бринера, в таком вот в классическом античном стиле построен. Ну, наверное, такое единственное в Приморье сооружение, чем-то напоминающее Древнюю Грецию. Это 9-й форт Владивостокской крепости на Русском острове. То есть, ну, здесь не совсем рядом было с лагерем, но, в принципе, нам было не лень часик потратить на экскурсию. Вот. Ну, а так, обычно после обеда это купание. Где бы мы ни стояли, где бы мы ни находились, всегда рядом есть какой-то водоем. Вот. Иногда на этом водоеме можем найти какие-то объекты, потом начинаем уже определять, откуда принесен был материал. Вот. В некоторых экспедициях проходят различные мастер-классы, то есть и по обработке камня, и по работе с керамикой, когда наши известные исследователи ведут, там, Ирина Сергеевна Жучковская, например, или Андрей Викторович Табарев. Ну и в таких своих экспедициях, то есть периодически тоже там что-то лепим, что-то обжигаем. Вот. Досуг по-разному проходит. Если идут дожди, моросят, это и чемпионаты по шахматам, шашкам, морскому бою, крестиком, ноликам и так далее. То есть главное чем-то заняться, чтобы детвора не сидела без дела. Вот. Книги у нас читают, и ребята сами берут книги. Если работаем со студентами в экспедиции, студенты обычно в столовой прям библиотеку небольшую делают. Вот, и это радует, что книга у нас не совсем уступила место гаджетам. Хотя все наши гаджеты, да, от них мы вообще никуда не денемся, они постоянно в экспедициях. Вот, иногда бывают бонусы, когда в экспедицию приезжают наши выпускники, да еще с какой-нибудь техникой, и просто устраивают там на полдня катание детишкам. То есть поэтому детвора там всегда в восторге, очень любят, когда выпускники. У нас выпускники называются ветеранами. Когда ветераны приезжают в гости, это всегда огромное удовольствие такое. Вот. Ну а так, когда жара падает, это различные такие вот спортивные игры, уже, ну, чаще всего после полдника. А походные бани – это вообще отдельная песня, когда накладывается куча камней, либо делается такая вот печурка, каменка, вот, раскаляется, потом дрова убираются, зола все это выметается, расстилаются тенты по полу, натягивается палатка, и с удовольствием паримся там.
Ну, время дождей – это еще время кулинарных изысков, когда можно что-то там покуражиться, полепить, на что в обычное время как бы нет досуга, а во время дождя можно на кухне порезвиться. Вот. Ну, и вечер, это, конечно, всегда с гитарой. То есть, на этом кадре это Володя наш, он представитель первого потока. Сейчас первый курс у нас это 33-й поток, то есть дети одного года набора – это потоки, ну, одного учебного года. Вот Владимир у нас, он из первого потока, второй великий вождь резерва, капитан команды у нас называется великий вождь. Вот, как раз в гости здесь зашел в гости, он работает в ДВФУ, в музее археологии, и зашел вечером в наш лагерь, потом с ребятами с удовольствием попели песни, поностальжировали о былых временах. Вот. Ну, международные экспедиции тоже там по-разному ребята резвятся с иностранцами. Там, особенно имеется в виду студенты и аспиранты иностранные. Здесь наши мальчишки учили японских аспирантов хип-хоп танцевать. Значит, ну, дежурство сами дежурим. То есть у нас понятно, что взрослые с медкнижкой и так далее. Но кухонные работы, они всегда лежат на детишках. Я сторонник трудового воспитания. Ну, иногда поваром едут наши выпускники, студенты. Тоже делаем метнишку, оформляемся, допуски делаются, и ребята выезжают с нами. Вот. Потому что старые добрые традиции советского трудового воспитания, они у нас присутствуют, и от этой формы работы мы не отказываемся. Здесь у нас полдник. Ну, а после полдника, если еще жара на улице, то, конечно, мы отправляемся купаться. То есть, в зависимости от того, где стоим, река, речка, озеро, море там и так далее. Вот, ну, разнообразный досуг всегда весел. Если же сегодня есть штрафники, то вместо того, чтобы отправляться купаться, они в это время исправляют свои грехи. Ну, вот, в данном случае здесь у нас Вовка камушки с тропинки выколупывает, пока все ушли купаться, чтобы не спотыкаться вечером. Краеведческие экспедиции – это немножко другой аспект исследований. Это как раз связано уже со временем российского освоения Приморья. Следы первых переселенцев, следы восточных колонистов, которые стали переселяться в Приморье после присоединения края к России. Вот, вот как раз возле нашей резервовки, это еще старые фотографии, пока не было столовой, есть не только археологические объекты, но и такие вот исторические, поэтому мы здесь и тем, и другим можем заниматься. Здесь на заднем плане это остров Попова, поэтому нам проще было каждый день на пароме туда переплавляться, чем перевозить на пароме машину и ставить там лагерь. В общем-то, вроде слышали об одних ценах, когда приехали, ценник резко подняли в августе. Вот такое у нас самое морское время. И мы решили, что нам проще стать на одном острове, на русском острове, а на остров Попова просто будем плавать рабочими группами, обследовать. Почему сюда выезжали, обследовали? Тема исследования одного из наших парней – это пираты. И мы пытаемся как раз зацепить ту самую пиратскую базу, которую русский флот вынес в 1880-81 годах. Пока вот эти вот морские хунхузы, то есть китайские пираты, пока они грабили, в общем-то, своих восточных колонистов, русский флот их не трогал. Вот, там они сами между собой разбирались. А когда пираты ограбили русское судно, вот тогда пошла зачистка пиратов, и все эти базы на островах были ликвидированы. И сегодня с мальчишками мы пытаемся зацепить эти базы. Ну и кое-какие объекты нашли, но здесь вопрос, все-таки это пираты или это обычно были восточные колонисты. Вот. Что касается экспериментальных экспедиций, то это различные постройки жилищ разных эпох. Так раз вот Игорь Скикевич еще до инвалидности, ну, наверное, кто-то слышал это имя, парапутешественник такой, ну, относительно известный или довольно-таки известный в нашей стране, лауреат премии «Хрустальный компас». Вот, потом я еще о нем скажу пару слов. То есть, в этот домик мы практически почти круглый год в нем прожили, приезжали в разное время. Там, ну, правда, всегда только на одну ночевку приезжали. Это тот самый голый торс для мальчишек, он всегда. Вот. А когда уже стала строиться Изумрудная долина, то поле для экспериментов здесь нам предоставлено просто обширнейшее, поэтому мы, в общем-то, здесь на разных деревнях и палеолитическое, и неолитическое, и железного века, в общем-то, ну, вот здесь ставим каркасное жилище в палеолитической деревне, до этого была рыбная вешала на неолитической деревне, вот здесь работаем с домиком раннего железного века, то есть за основу берутся, план раскопа берется, и по этому плану выставляется
Ну, что касается ворот, не все ворота, конечно, раскопаны в крепостных стенах, но здесь иногда приходится дофантазировать, как могли выглядеть эти ворота. Вот. Теперь, что касается, когда материал в поле набран, как он обрабатывается. То есть это работа уже в клубе. Это как раз вот в учебное время, осень, зима, весна, когда ребята работают с материалом и начинается подготовка к различным конференциям, конкурсам и так далее. Сначала материал моется, шифруется. То есть вот здесь ребята шифруют его, сидят. Вот. А затем уже эти коробочки с материалом идут в работу, и каждый ребенок, кто работает над какой-то темой, у него есть свои коробочки, он с ними и работает потихонечку. Не все дети соглашаются заниматься проектами исследовательскими. Есть у нас примеры, когда ребенок начинает заниматься, потом бросает. Вот. Ну, в принципе, это такое, скажем, колхоз дело добровольное, как говорится, да? Поэтому не хочет ребенок, мы, в общем-то, не настаиваем. Но, с другой стороны, постоянно объясняем, что, смотрите, вот работы сделали, потом вам в 9 классе проблем с этим не будет. То есть у вас уже есть готовая работа. Вот. Ну и плюс различные бонусы, которые там за конкурсы идут. Вот. С суворовцами, пятиклассники, с ними, для вот самые младшие, которые, с ними делаем какие-то вот такие, ну, руками проекты, то есть древние оружия, какие-то древние камнеметы, что-то еще. Вот. А уже начиная с 6 класса садимся на какие-то темы, вот, которые начинаем разрабатывать. Ну, здесь мальчишки моют находки, которые прямо на территории училища нашли, средневековые. Здесь как раз обрабатывают эту коллекцию. Вот. И куда выставляются все эти работы? Ну, есть у нас секционная конференция, которая в виде конкурса проходит. Дело в том, что долгое время всю эту работу, вот, школьную археологию, курировал Краевой центр детского и юношеского туризма. Потом ушел человек, который этой темой занимался, потом сам КСЮТР, который, Краевая станция юных туристов, она вот курировала. И археологов, и геологов, и экологов, а когда она уже была ликвидирована и слита с другими, и плюс ушли люди, которые этим занимались, то вот здесь у нас, в общем-то, возник вопрос, а что мы, собственно говоря, делаем? То есть, либо мы замыкаемся каждый в своей кастрюле, либо попытаемся уйти под какую-то крышу и с кем-то работать. А поскольку почти все руководители команд были членами Русского географического общества, то в 2012 году провели переговоры с краевым отделением и в качестве отдельной секции влились в Приморское краевое отделение Русского географического общества, общество изучения Амурского края. Такое у нас длинное название. А уже попозже началось сотрудничество с Русским историческим обществом. Ну, о его формах чуть попозже скажу. Это как раз тоже кадр с секционной конференции. Секционная конференция обычно проходит у нас 3 дня, поэтому после самих докладов у нас всегда есть время на какой-то интересный досуг, в зависимости от того, что в месте проведения рядышком есть. Вот. Как правило, это зимние каникулы. Что касается остальных конкурсов, то конкурс молодых исследователей проводится на базе школы-интерната для одаренных детей, это во Владивостоке. Там практически, ну, наверное, все Приморье собирается. Здесь кадры с этого конкурса. Здесь наши ребята регулярно становились его призерами. Конференция «Первые шаги в науку», наверное, известна многим. Иногда напрашиваемся, иногда нас приглашают на студенческие конференции к историкам в университет. А есть еще вот такой интересный конкурс для самых маленьких, тем, кто младше 6 класса. Вот, если у нас вдруг есть ребята младше 6 класса, тогда мы участвуем в этом конкурсе, но это не часто бывает. Все-таки мы детей набираем 6 класса. Вот, здесь у нас призеры всероссийских конкурсов, то есть вот Есения в прошлом году заняла 1-е место. Интересная площадка есть на базе Суворовского училища. Ну, практически половину Приморья мы собираем на наш конкурс «Мой край любимый». Вот он, по 3 номинациям проходит у нас: историческое краеведение, естественно, научное краеведение и филологическое краеведение. Вот. Тоже фотография с этого конкурса. Вот. Для суворовцев есть отдельный конкурс, это отбор на старт в науку. То есть и мои ребята не раз выступали на этом конкурсе, но иногда не проходили. Вот. Ну и в Суворовском училище еще каждый год проходит защита индивидуальных исследовательских проектов.
почему ставил именно эту фотографию. Кроме типичных сертификатов, ребята работали с военными памятниками, материал потом сдали в инспекцию по охране объектов культурного наследия, и от инспекции они еще получили дополнительные грамоты, потому что они сказали, ну, это просто источник для нашей базы, поэтому их работу целиком приняли. Ну и у военных еще есть целый ряд отдельных экспедиций, конкурсов, скажем так, ведомственных, где мы стараемся принимать участие. Ну, главным мы для себя считаем конкурс Отечества. Край – это региональный этап Отечества «Мое Приморье». Здесь мы тоже выступаем всегда единой командой, но стараемся ребят по разным секциям расставить. Ну, археологи, понятно, они с археологами, а в контексте краеведения суворовцев можно поставить на разные секции, поэтому не такая уж большая внутренняя конкуренция у нас. Ну и, конечно, участие в финале всероссийского конкурса. То есть, когда у нас получается туда приехать, конечно, для ребят побывать в столице это очень интересно и значимо, потому что мы чаще бываем в Китае, чем в европейской части страны. В этом году данный конкурс проходил в режиме онлайн. Ну, в этом году, кстати, наши ребята выступили неплохо. У Есении второе место, а у Арины с Лешей они разделили между собой четвертое место. Вообще 16 участников было в этом году. Вот. Ну и вот с прошлого года состоялся у нас плотный разговор с нашим региональным председателем регионального отделения Российского исторического общества Николаем Николаевичем Крадиным. То есть наметили целую гору, скажем так, идей по вовлечению детей в историческую исследовательскую работу. Но этот год немножечко нам переломал все планы. Вот, надеюсь, что на следующий год все-таки пойдет. Иногда мы участвуем в конференциях, когда они проводятся. Конференции, в отличие от конкурсов, они не дают места. Но ребятам, в общем-то, интересно участвовать. Чаще всего это муниципальные конференции исторические, которые проводит наш Уссурийский музей, городской краеведческий музей. Каждый четный год он проходит. Ну, в этом году вот как раз не было. Либо это конференции школьные. Здесь тоже это не конкурс, здесь не идут соревнования там, за первое, второе, третье место, а просто ребята делятся своими вот результатами своих исследований. Детишки, по мере возможности мы публикуем наших ребят, вот самых разных. Ну, чаще всего, конечно, это местные издания, но иногда выходим и на межрегиональный, либо федеральный уровень. Слеты. Ну, это, наверное, самый важный такой экзамен исследовательской работы. То есть, есть 6 основных видов, 6 дополнительных. Все баллы идут за основные виды. То есть последние годы формат такой сложился в слетах. То есть до обеда мы участвуем на раскопе, потому что каждый слет проходит на базе какой-то экспедиции. После обеда первая неделя идет мастер-классы по всей программе слета, ну, либо какие-то такие вот познавательные, как вот работа с глиной, здесь лепка. Вот. А потом уже начинаются конкурсы. То есть археологическая разведка, то есть когда ребята выходят и обследуют часть какого-то памятника, который уже известен науке, либо выходят в реальную разведку и получают какой-то там материал, обрабатывают его, все как положено делают. Вот. Здесь сдают результаты разведки главному судье, Татьяна Афанасьевна Васильева. Викторина – это экзамен. На первом этапе все команды получают одинаково 4 вопроса. По общей археологии, по первобытной археологии Приморья, по средневековой археологии Приморья, и либо по данному памятнику, либо еще по истории археологии какой-то вопрос. А второй этап идет конкурса по билетной системе. Команда вытягивает билетик, вот, готовит на него ответ и отвечает. Потом ребята могут дополнять ответы, за это идут дополнительные баллы. Сначала своя команда может дополнить ответы, а потом уже остальные команды дополняют ответы. Что касается раскопа, первые годы, когда мы начали участвовать, там в реальности давали 2 квадратных метра, и нужно было их раскопать и приготовить полный отчет по ним. А потом от этой системы отошли, и сегодня конкурс раскопов – это разметка раскопа, нивелировка, отрисовать план дневной поверхности и план профилей. То есть команда работает самостоятельно, взрослые туда вообще не лезут. Археологический шурф, он вышел из конкурса разведок, и теперь это самостоятельный конкурс. То есть каждая команда по-своему его делает, получает свои материалы. Видели мы на этих конкурсах и круглые шурфы.
Вот, конференция. Одно время они были в составе слета, потом некоторые команды настояли на том, что есть же конференции в течение учебного года, зачем здесь дублировать. Потом снова мы вернулись, что давайте все-таки оставим сегодня, когда у всех электричество с собой. Поэтому этот конкурс проводим в вечернее время, то есть под проекторы, все хорошо видно, и как раз вечер замечательно проходит. Анализ артефактов. Здесь выбирается количество артефактов по командам. Значит, и один из артефактов еще идет, его нужно зарисовать, конкурс рисунка идет по нему. Чем мне нравятся вот эти фотографии, если на лица детей смотримся, да, вот здесь вот реальная работа интеллекта, да, а не вот это показательное, которое мы при списывании контрольной видим. Вот такие интересные детские лица, которые реально какую-то вот задачу решают, сомневаются, спорят, доказывают что-то. Потом начинаются дополнительные виды. Это представление команд, художественная самодеятельность, в самом разном формате она проходит, конкурс поваров, одно время его не было, потом его восстановили, конкурс эмблем слета, конкурс газет слета, в последний день она рисуется, вот, и полевой быт. Полевой быт каждый день на слете проверяется, и там иногда команды могут потерять массу баллов из-за нарушения санитарных правил и за порчу зеленых насаждений. По вечерам у команд часто какие-то костровые мероприятия. Если есть рядом музей, конечно, мы выезжаем на экскурсии в музеи, либо какие-то другие интересные объекты. Ну вот наша команда победителя прошлогоднего слета, в этом году слета не было. Фестивали мы проводим в сентябре. То есть каждый нечетный месяц у нас проводится какое-то мероприятие. Здесь 4 конкурса проходят. То есть презентация полевого сезона, то есть каждая команда хвастается, где она была, презентация какого-то памятника, фотоконкурс и видеоконкурс. Вот. Часть фестиваля она проходит в форме экскурсий, обычно это светлое время суток. Ну вот здесь мы в Фокино на военно-морской базе, как раз у памятника Алдару Цыдинджапову. Это вот в настоящее время единственный моряк-надводник, который является героем России. Это посещение ракетного крейсера «Адмирал Лазарев», тоже Фокина. А вечером как раз идет программа, каждый вечер по 2 конкурса у нас. Вот, это в Находке посещение пограничных катеров. Вот, ну, в принципе, осенью море еще теплое, поэтому купаемся, если есть возможность, если программа проходит на берегу моря. Вообще сейчас, в общем-то, мы пришли к тому, что фестиваль надо проводить на море, потому что на берегу моря теплее, чем на, внутри в континенте, чем, например, в Уссурийске, либо там вот в Анучино, в Спасске. А открытие сезона мы, наоборот, проводим на континенте, потому что на берегу моря еще прохладно. Это экскурсия на остров Путятина, гора Старцева на острове Путятина. Тоже очень интересные места. Это уже закрытие фестиваля, награждение и так далее. Учебно-тренировочные сборы. Есть такая форма работы у нас. Когда-то мы делали свои просто клубные сборы. В лесу стоял заброшенный охотничий домик, мы туда по-разному набирались, когда на машине, если там дорога совсем размытая, пешком уходили, либо до какого-то места доезжали, а дальше пешком уходили. Вот. Разнообразные тренинги проводили для команды, плюс обследование окрестностей. Вот этот тот самый домик, который был заброшен, мы его постоянно ремонтировали, там что-то его, то цемент привезем, то пену, то стекло, и вот по полосе видно, как во время наводнения его затапливает, поэтому мы там из камней выложили стенку для того, чтобы вода на него сильно не давила. Но в 2017 году приехали охотники, которые взяли домик для себя, его перестроили, переделали. Если раньше там вмещалось 15 человек, то теперь там вмещается только 5 человек. И вот тогда как раз появилась идея, а что ж мы свой домик не построим? Вот тогда как раз мы и взяли гектар и решили, что потихонечку построим свое зимовье, куда можно будет выезжать. Это наши эксперименты на Изумрудной долине. Опять-таки тоже, когда вот выезжаем на осенних каникулах. А потом эту форму взяли другие команды, мы стали проводить краевые учебно-тренировочные сборы или краевые УТС. Чаще всего тематика посвящена археологическим разведкам, либо организации археологических исследований, то есть те вопросы, которые актуальны для всех, ну и плюс различные экскурсии. Это вот, например, в Анисим. Проводим в разных местах, где команда есть, кто нас готов принять, какая из команд, туда мы уезжаем. Это в Анисимовке, в Шкотовском районе, это тоже там окрестности, там в районе Смольнинских водопадов, такое интересное место есть.
Либо выезжаем на какие-то экскурсии на каникулах. Ну, здесь в Хабаровске в археологическом музее. Это тоже оттуда кадр. Это петроглифы на Кие. Это севернее Приморье. Ну, уже Хабаровский край, самый юг Хабаровского края. Вот, тоже на Кие. И есть там рисованные, не только выбитые петроглифы, но и рисованные. Вот. Либо вот в Находке, ну, Игорь Викторович, наверное, уже знаком участникам этого конкурса этого года. Та самая палатка, тот самый самолет, тот самый ДОТ, о котором недавно он рассказывал на днях. Там же интересная гора-сестра, связанная с легендой Куаньюни. Горы-сестра и брат. Вот. Целая серия пещер есть вокруг Находки. Здесь пещера Кузнецовская. Пещера географического общества слева. Это пещера, которая дала нам кости мамонтовой фауны. Вот, разнообразные животные там у нас. И саблезубый тигр, и пещерный, вернее, этот гигантский олень. И целый ряд других. Ну, и наши ребята как раз здесь нашли еще и зубик бизона. Буквально года два назад вывалился он там из небольшой осыпи. Ну и либо искусственные пещеры, это командный пункт 30-х годов. Вот. Открытие сезона, это мероприятие как-то у нас спонтанно возникло, а почему бы не собираться в мае? По сути дела, полевой сезон уже у всех начинается, но мы решили просто сделать такой детский праздник, просто дать детям пообщаться. Это никакой не конкурс, это просто какие-то мероприятия, когда на выходные мы собираемся в середине или в конце мая, и дать команда пообщаться, не соревнуясь друг с другом, а просто вот такой вот элемент единения, элемент братства. Это на палеодеревне. Это в один какой-то момент появилась идея, а почему мы только ходим в экскурсии, давайте какое-нибудь доброе дело сделаем. И когда-то к пещере географического общества существовала такая хорошая тропа. Потом, после того, как ее забросили, там все развалилось, поэтому вот находкинская команда приготовила цемент, остальные команды подготовили рабочие руки, все остальное, пришли, восстановили мостик, заметировали все это дело, вот держится потихонечку, когда приезжаем, радуемся. Иногда вот получается разведки во время открытия полевого сезона, что-нибудь новое открываем, но чаще всего это просто ходим по тем памятникам, которые уже известны. Это вот на Изумрудной долине открытие полевого сезона. Это на Русском острове. То есть в разных местах бывает. Интересная акция у нас была. Три раза мы ее проводили. Сегодня по финансовым причинам как-то у нас не получается. Слишком уж большие затраты. Обычно мы подключали и родителей, и спонсоров. Это когда брали автобус и на все весенние, либо осенние каникулы на 7-8 дней уезжали по Приморью, либо за территорию Приморья. У акции две основных задачи. Это знакомство детей с различными памятниками и музеями, которые вот, труднодоступны в обычные, там, ну, в воскресенье, да, на день, на который не съездишь. А вторая задача, здесь у нас музей ДВФУ, это музей 17-й школы в городе Артеме. Сейчас о второй задаче чуть дальше поговорю. Это музей Лазовского заповедника, это тоже музей Лазовского заповедника. Музей Сергеевской средней школы, очень интересный музей, там три класса отданы под музей. Музей села, музей природы и музей археологии. Вот. И там же в Сергеевке есть частный музейчик, интересный такой, в советское время еще одному скульптору, который собирал много древностей, отдали двухкомнатную квартиру, и он сделал частный такой вот археологический музей. Вот. Это музей в поселке Ольга, это в Дальнегорске археологическая экспозиция, ну и там большая геологическая экспозиция в этом музее в Дальнегорском. Вот, тот самый город Дальнегорск, где НЛО в 86-м году разбилось. Но времени идти на высоту 611 у нас не было, мы этому чисто археологией занимались. Это Покровский музей в Октябрьском районе, Черниговский музей. То есть, посмотрели много. Вот за эти поездки успеваем посмотреть большое количество самых разнообразных музеев. В Спасском музее детишкам дали в руки оружие времен Гражданской войны. Хабаровский музей, тоже в Хабаровске, ну, палеодеревня, тоже палеодеревня. Вот. Иногда в ходе акции к нам присоединяются местные школьники, как раз вот выехали на то место, где был найден бивень мамонта под Новодевицей в Харольском районе. Вот. А так обычно идет наш автобус, ну и полиция, либо милиция, смотря какой там год, да, сопровождали нас.
Пограничинское городище. Так, здесь у нас Николаевское городище, Шагинское городище. Вот интересный редут, говорю, этот склеп под Фадеевкой. Городище Красная Сопка в Кировском районе. Вот Сан Саныч Крупянко часто с нами выезжает в акцию как научный руководитель, наш гуру, поэтому он проводит большинство экскурсий для детишек. Вот, Синие скалы, очень интересный такой памятник, ну и гроты у синих скал. Вот, Узкая памятник возле Ольги, как раз нашли такой наконечник на этом обрыве. Лидовка. Здесь, по этому поселению культура бронзового века получила название. Вот, петроглифы Сикачи-Аляна. Это уже когда в Хабаровский край выбирались. Вот, Дальнегорск. Еще один кадр. Ага, выезд из Дальнегорска. Вот, в Кавалерово скала встреч, или скала Дерсу, как ее называют. Это та самая скала, где в августе под которой в августе 1906 года Арсеньев познакомился с Дерсу Узалой. Не надо путать реального Дерсу Узалу с книжным персонажем. В книжном персонаже объединены все проводники Арсеньева, их было более 20. Вот, город Спасск Дальний, штурмовые ночи Спасска, памятник, Хароль, вот, Пограничный, Полтавка, как раз напротив Дунина. К Дунину потом мы еще поговорим, о Дунине вкратце. Воздвиженка, там кроме школьного музея, директор Воздвиженской школы Любовь Ивановна в этом году участвовала в конкурсе. И в самом поселке, в гарнизоне, есть еще несколько памятников. Вот. В Дальнереченске это, конечно, не только история первой казачьей станицы в Приморье, но это, конечно, даманские события. Это кладбище, где похоронены бойцы того самого конфликта в марте, 2 недели, когда мы воевали с нашим соседом. Это провокация на острове Даманском. И есть мемориальный комплекс с похороненными героями Советского Союза прямо в самом городе. Кировский поселок. Ну, на Изумрудную долину тоже заезжаем. Это восстанавливается старейший мужской монастырь в Приморье. Сам монастырь, он, конечно, есть, здание его, но его сразу после революции забрали под военный санаторий, и Министерство обороны его, конечно, не вернет, поэтому монахи, бывшее подворье, бывший хозяйственный двор сейчас расстраивают снова как монастырь. И вот вторая задача этой акции – это выступление в школах. То есть мы проводили такие мотивационные встречи, оставляли все свои наработки школьным коллективом. Обычно дети горят, а вот учителей как-то трудно столкнуть, подвинуть вот на такую форму работы. Вот. Но тем не менее, вот Фокина команда появилась. Здесь в Веденке там уже есть команда, поэтому такая интересная встреча у нас с ними прошла. Вот. Ну, здесь пересекаем границу регионов. У нас в Приморье граница есть только с одним регионом российским, потому что с севера у нас Хабаровский край, с запада Китай, с юга Корея, с востока через море Япония. Поэтому вот у нас единственная внутренняя граница есть, это с Хабаровским краем, поэтому такая достопримечательность своеобразная. Вот. На обратном пути заехали на крупнейшую электростанцию в Приморье, Приморскую ГРЭС в Лучегорске. Вот. Во время акции все очень просто, то есть мы заранее договариваемся со школами. К вечеру приезжаем в школу, нам предоставляют столовую, там готовим обед, представляют фойе, актовый зал, спортзал, а там на маты или там на пенке раскидываем свои спальники, ужинаем, подводим итоги дня, ночуем, утром просыпаемся, дежурные пока готовят завтрак, другие дежурные наводят порядок в том месте, где ночевали, остальные складывают вещи, в автобус пакуют, завтракаем, наводим порядок на кухне в столовой, грузимся в автобус, едем дальше. Днем обедаем где-то по дороге, останавливаемся, ужинаем опять. И так вот 7-8 дней путешествуем во время акции. Вот это как раз вот ужин в Кавалерово. Ну и что касается, чем подтянуть детей. Вот. Ну, на самих занятиях, конечно, можно пропагандировать наших ребят. Здесь, когда под боком, они всегда, в общем-то, хороший пример. Есть серия отдельных походов у нас, которые касаются не только науки, когда мы просто зимой выезжаем с ребятами куда-нибудь покуражиться, покататься на горках. Многие походы последнего времени в виде путевых заметок у нас лежат на YouTube. То есть канал «Резерв Клуб» есть. Или просто можно набрать «Клуб юных археологов Резерв», и на наш канал можно легко выйти, вот, посмотреть, чем мы занимаемся в походах, иногда в экспедициях. Что касается
популяризация для детей, то есть мы подготовили для старшеклассников несколько книг. В принципе, этот задел положила черниговская команда. Вот не нашел сейчас книжку у себя, чтобы ее сфотографировать. Когда еще во второй половине 90-х годов Федор Павлович Стригуб выпустил древнейшую историю Черниговского района. Потом он через пару лет вместе с Андреем Анатольевичем Натоком выпустили такое учебное пособие по Спасскому району. К 2000 году мы подготовили учебное пособие по Уссурийскому району, но потом администрация у нас поменялась, не сразу оказалась идея поддержанной, поэтому это как бы дело отложили, просто на сайте у себя выложили в виде такой вот информационного блока сделали о древностях Уссурийска, а потом уже музей поддержал эту всю работу. В 2014 году выпустили мы альбом, который вот... посвящен нашим уссурийским древностям. Потом в виде двух книжек вышла первая книжка, посвященная первобытной истории, вторая средневековой и период от Джорджианской империи до Российской империи. Так и назвали книжку «От империи до империи». Таким, в общем-то, простым доступным текстом с массой иллюстраций, с массой справочных ссылок, что подготовили. Но писал-то их для школьников, но основная масса почему-то покупателей в музее именно взрослые. Что касается внутриклубного контроля, то каждый ребенок у нас оценивается по 12 параметрам. Конечно, за исследовательскую работу там идет масса баллов, вот, а баллы дают массу льгот. И если вот человек обладает кучей льгот, то в то время, когда... лагерь вдруг оказался нашкодившим, там либо много мусора было обнаружено, либо какая-то еще другая причина. В то время, когда все вынуждены потом заниматься благоустройством лагеря, те же дети, кто имеет много льгот, они уходят купаться, они уже свое, ну, отработали, скажем так, да, бонус заработали себе для того, чтобы не заниматься благоустроительными работами, а спокойно отдыхать. Вот. А что касается, по каким почем оцениваются, если брать в цифрах, да, здесь плюсы – это оценка, это суммарная оценка, которая набирается, звездочка, вот эта графа, это участие в различных краевых и федеральных мероприятиях, ОП – это открытие публикации, то есть если во время разведки первая находка идет, кто-то находит из детишек, то ему засчитывается открытие. Эксп – это участие в экспедициях, ПХ – это участие в походах, ПД – это полевые дни, то есть сколько дней ребенок провел в полях. КМ – это километраж, то есть учитываются только те километры, которые прошел пешком. ЛГТ – это льготы. Баллы – это различные добрые дела. У нас тоже есть своя шкала баллов. В самые первые годы, когда клуб возник, у нас было туристское наказание. То есть там, ну, кто давно туризмом занимается, наверное, помнит, когда там за маты, либо там за грязную посуду, либо еще за что-нибудь, да, вот, за сквернословие тоже, кедом по попе получали, в первые годы у нас также было, но когда в 90-х годах за это наступила ответственность, вплоть до уголовной, мы просто это все дело перевели в баллы, и баллы нужно компенсировать. То есть, если ты от тебя услышали какое-то сквернословие, а не дай бог, тем более мат, ну, в мате одна буква – это 100 баллов, вот, то потом идешь, заготавливаешь дрова, либо там в благоустройственном лагере занимаешься. Вот. Ну, для сравнения, то есть принести охапку дров с меня размером – это вот как раз 2 балла отработать. Поэтому, если вдруг у кого-то вырвался, у какого-то ребенка буйного вырвался мат, то дежурные дровами обеспечены на несколько дней. Вот. Ну, и ребята могут делать массу добрых дел. Те же зубные щетки принести, чтобы материал мыть, или те же коробочки, чтобы материал складывать, там, или еще что-то такое. Вот это все идет в баллы, в плюсы. Если ребенок прошарафился в течение дня, тогда отсюда они просто баллы отминусовываются. К концу учебного года, к большому племенному собранию, плюсы и баллы складываются, и получается новое звание, ну, здесь вот звания идут, новое звание, новые льготы. Ну и последняя графа – это прогулы. То есть, когда у нас есть ограничения по участию детей в чем-нибудь, тогда кто много гулял, тот с нами не едет на какое-то мероприятие. Если брать дополнительную мотивацию, которую получают участники исследовательских работ, это конкурс «Ученик года», вот как раз номинация «Интеллект» идет, это профильные смены РГО в Артеке, в Океане, в Орленке и в Смене в федеральных детских центрах.
То есть наши ребята регулярно выезжают в те или иные лагеря. Ну, чаще всего это, конечно, океан. Есть у нас еще одна интересная система – это загранпоходы. Ну, в этом году опять-таки молчим, вот по всем известным нам причинам. Начинали мы с Муданзяна. Это небольшой городок, наш побратим, тоже районный центр. Вот, там всего 800 тысяч жителей живет. Когда первую поездку туда готовили, а там чуть-чуть дальше как раз бахайская столица расположена, городище Дунзенчен. Вот. Первый раз, когда мы готовили, ну как бы так прикидывали, что 800 тысяч жителей, как бы нормальный город, с турфирмой разговаривали, ребят, ну мы хотели бы посетить у вас археологический музей, краеведческий музей, там то-то, то-то, то-то. Значит, руководитель турфирмы на нас долго смотрел, он говорит, ребят, ну вы просто не понимаете. Вы же едете в Муданзян, это обычный райцентр, обычная деревня. Он даже не нормальный райцентр, то есть нормальный райцентр это 1 или 1,5 миллиона жителей. А это деревня, там нет вообще музеев, вы о чем еще говорите? И вот мы тогда чуть-чуть поняли разницу масштабов в понимании большой и маленький город. Вот. Это в Дунзенчене Бахайский колодец, точно такой же, как раскопали на Красненском городище у нас. Концевые диски прямо рядом с дворцами, точно такие же, как у нас здесь в Приморье находятся. Ну, здесь вот китайцы восстановили немножечко, сделали защитные стенки, чтобы древние стены не разваливались. Вот, черепахи такие же, как и у нас в Уссурийске, ну, по своей конструкции. То есть стилистически они немножко другие, а так, в принципе, такие же. Бахайский фонарь – это вообще эмблема Бахая. Вот, это на Баленчене, это восточная столица Бахая. Вот памятник в Муданзяне, памятник 8 женщинам. Наши девчонки долго возмущались, как так. Китайцы очень гордятся этим памятником. Значит, 8 женщин остались прикрываться от японцев, а партизанский отряд с мужиками ушел. И наши девчонки долго возмущались. Да что за мужики, блин, девчонок бросили прикрывать себя, девчонки все погибли, зато мужики ушли. Вот. А вообще в Китае в отношении 1945 года много интересных моментов. Всегда заходим в музеи. Вот этот нижний край в кадр справа это в Порт-Артуре, слева это в Дунине, вот этот центральный кадр в Даляне. Но если в Порт-Артуре 1945 году посвящены, то в Даляне 1954 год это вывод советских войск из Китая. Интересный музей нашли на сопке Заозерной, с другой стороны. Это где хасанские события проходили. Там дедушка начал на огороде у себя собирать разные железяки и сделал такой музейчик. И у него такой дополнительный приработок есть. Потом пристроил дополнительное помещение к своему домику. И теперь за счет этого музейчика, за счет туристов, там, в общем-то, дополнительно так неплохо зарабатывает. Ну и в Китае, в те города, где есть памятники советским воинам, мы туда идем однозначно. То есть прийти к нашим ребятам, минута молчания, возложение цветов, это даже не ритуал, это наша традиция. И к нашим ребятам, знаете, прям вот приходишь и чувствуешь, что ребята-то нас ждали там. То есть там они лежат на чужбине, там они не дома. И вот здесь вот мы просто пришли к ребятам. Просто помянули, постояли, положили цветы. Всегда ком в горле возникает, когда приходим к этим памятникам. Это в Муданзяне такой большой памятник. Вот. Дунинская крепость, это еще старый памятник Фирсову, который повторил подвиг Матросова. Дунинская крепость, это японский Брест. Наши войска его так и не взяли. Там в скале прорублено 6 километров ходов, на глубине 20-30 метров. Ни авиация, ни артиллерия наша не смогла их разбомбить и просто блокировали. И когда уже Япония капитулировала, эта крепость тоже сдалась. А потом вот китайцы заменили на такой более нормальный памятник Фирсову. Это ДОТ, который брали наши войска. Здесь китайские еду удивились, откуда вы это знаете. Мы даже про него не знали. Ну, в принципе, интернет дело такое интересное, да, там можно много чего найти. А вот этот памятник ставил не случайно, когда спросили у китайского гида, говорит, ну это, значит, у Дашен, ну он вопрос по границе решал. Мы сначала думали, это тот, который с графом Игнатьевым подписывал договор, вот, как поняли от гида. А это, оказывается, очень ярый такой русофоб манжурский. Вот, и когда Савеловский кризис, если кто-то увлекается историей, может быть, сталкивался с этим моментом, когда был Кульджийский кризис и Савеловский кризис в 1880-х годах, когда чуть не началась война с Китаем, наше руководство пограничное выделило участок под поселение переселившимся в Россию китайцам, корейцам, участок, который фактически находился уже на территории Китая. То есть в том месте такая зыбкая граница идет, там через дюны. Вот, и, в общем-то, Удашен заставил
русскую администрацию убрать это поселение, поселение перенесли в другое место, конфликт решили мирным путем, но сегодня китайцы этот памятник пропагандируют, что вот данный человек остановил русскую экспансию, в общем-то, и вот этим он у них и славен. Вот. Ну, нас немножечко удивил этот момент в том плане, что мы с китайцами, конечно, дружим, но друзья, они такие очень вот специфические. Вот. Интересное место приводится эта экскурсия прямо на заставу. Мы вот стоим на территории китайской заставы. Вот это озеро, вот это все территория России пошла. Вот этот лес территория России, мост дружбы. А вот это уже территория Северной Кореи. Три границы, так у них и называется это место. Вот, думали, что это какая-то древняя крепость. Это, оказывается, съемочная площадка Чинчунской киностудии. Это главная киностудия Китая. Шанхайская дает больше фильмов, но это главное идеологическое, скажем так, то есть исторические фильмы, важные партийные фильмы снимаются именно на Чинчунской киностудии. И в Вэйхушане у них есть еще натурная съемочная площадка. Вот, поэтому заехали сюда. Очень интересно было побродить, посмотреть на историю Китая вживую, и тем более попали на съемки одного еще фильма. А с другой стороны этой сопки, в 2 километрах, там интересный мощный тигриный питомник. За 10 юаней можно тигра покормить. Вот. Другая мотивация – это премия главы. Ага, сейчас уже заканчиваем, мы уже к финишу подходим. Ага. Когда дети получают деньги за свои исследовательские работы, есть у нас те ребята, которые стали лауреатами государственной премии. Вот. Активно ребята участвуют в такой игре, где мы соединили физкультуру и историю. «Тайны нашего города» называется. В два этапа игра проходит, и наши ребята выходят в виде жюри. На большом таком фестивале, который проводится после Дня города, у нас есть своя площадка «Археологический раскоп» для детей. Вот, и мы всегда любим встречаться с друзьями. Игорь Сикевич, вот, когда стал инвалидом, с нашим флагом прошел через всю страну, и поэтому в экспедицию он часто к нам приезжает. Ну, иногда в походах встречаемся с губернатором. Вот, ну, а вообще ветераны регулярно встречаются, регулярно проводим встречи. Когда кто-то приезжает, вот Женька у нас, например, сейчас живет на этнической родине в Германии, поэтому, когда в гости приезжают, все друзья собираются, все рады друг друга видеть. А вообще, наши ветераны 3 раза в год собираются. На День резерва, на День клуба и 15 августа на День археолога. 19 марта, 11 ноября и 15 августа. Ну, вот в 2 словах наша исследовательская работа и все, что связано вокруг. Ну, Александр Ильич, большое спасибо, конечно, погрузили нас полностью в атмосферу ваших походов, да, в такую туристическую совершенно атмосферу, действительно непривычную, но очень интересную, навевающую воспоминания из детства. Я думаю, что многим нашим слушателям будет полезно использовать этот опыт, он у вас действительно очень многогранный, богатейший, применимый в самых разных регионах нашей страны. Я думаю, что организовать какой-то поход можно не только находясь на Дальнем Востоке, но и, в принципе, везде, где есть интересные места, они у нас рассыпаны очень щедро, так сказать, по всей территории России. Хотел сразу же сообщить, что у нас следующая встреча, следующая беседа пройдет в понедельник. Пройдет на 16 декабря, начнем в 10 часов утра по Москве и пообщаемся с Виталием Викторовичем Семеновым, генеологом, основателем проекта «Военкомат» по публикации документов военкоматов начального периода Великой Отечественной войны, председателем архивозащитного движения «Архивный дозор». Вот как раз снова вернемся к теме архивных документов, их использования в работе со школьниками. Так что оставайтесь с нами, оставайтесь на связи. Александр Леонидович, большое огромное спасибо. Огромное удовольствие. Да, очень, очень приятно. Всего вам доброго, здоровья вам и вашим ученикам. Спасибо большое, всем тоже успехов. И детей, главное, инициативы.